Кто-то сходит с ума по бизнесу, кто-то по фитнесу, кто-то крестиком вышивает. Мы же любим путешествовать. Устав от изоляции, мы рванули под шигоны в местечко под названием Подвальские террасы. Расстояние на автомобиле до этого места чуть более 200 километров. Время в пути около 3 часов. В этот раз у нас получилось отправиться в путешествие всей семьей. Открывшиеся пейзажи сразу покорили своей красотой. Горные перепады, лесные тропы, море земляники, Волга и те самые знаменитые террасы. Сказать, что это просто красивое место, значит ничего не сказать. Сюда нужно просто приезжать и видеть эту всю гармонию и благоухание природы своими глазами. Мы заехали в Новодевичье. Здесь есть Татьянин родник. Даже есть вот место. Здесь можно вот в этой кабинке раздеться. Там вот ведерко синенькое виднеется. И можно прям облиться. Вода обладает целебной силой. Саша вот пьет. Еще такой именной Татьянин. Так приятно мне здесь находиться. Особенно. Вкусная вода. Руки помой тоже. Она, говорят, очень полезная. Я читала. Тут часовенка такая.